Слушай, точно, брат, извини, я немножко не понял. Эй, я приветствую, добро пожаловать на канал. Меня зовут Костян, и это симулятор туалета. Даже такое придумали. Январь 2008 год. А где мое тело? Я не знаю, это хоррор, не хоррор? Это хоррор. Окей, окей. Это производитель этой игры. Чё там, в 2008 году? Игра сохранена. Как я почитал, здесь что-то какое-то действие, оно зависит, каждое действие. Короче, нас закрыли в туалете, и каждое действие, которое ты будешь здесь делать, оно зависит на концовку. Что-то я там читал, короче. Окей. Я люблю такие игры, которые, ну, на один раз. Графа такая вообще, знаешь. Офигеть. Хорошо, мне надо вообще понять, что я могу здесь сделать. Потому что... крыса какая-то. А еще, по-моему, здесь еще одного человека заперли. Я читал в описании, что еще кого-то тут заперли. Он там сидит, короче. А что было, я не знаю. Почему мы типа умерли, не знаю. Или нам показалось, нам почудилось, наверное. А, я могу, короче, брать таким вот образом. Ну, давай, допустим. На, попей, брат. Сэнкю, спасибо, не надо, Гарри. А чего ты? Ну-ка, стой, подожди. Ты один тут? Так, здесь никого, но... Значит, он в центральном. Он находится в центральном, да? Так, а здесь мы сидели. Чего? Открывайся. Не хочет открываться, я не знаю, какие тут действия. Наверное, действия по факту... Ну-ка, F. Ага, на F. Ага, а это наше. Это наш, окей, давай выкинем сюда. Ну-ка, я могу взять? Я могу туалетную бумагу взять. Ну-ка, она какая? Хорошая бумажка, чё, положи сюда. Чё, там остальное все мусор. Так, а куда эта банка делась? Так, а ну закройся. Я не понял. Так, это что? Это... Ага, здесь вот появляется этот осьминог. Так, сюда. Так, а как мне... Ух. А где мое тело? Блин, просто какая-то ходящая жопа, я не знаю. Так, что тут я могу? True F, true... Ага. А это что? Ну... А, ну... А, ну это типа как обучение. Хорошо, ладно. Окей. Давай выйдем отсюда. Могу я здесь что-то включить? Нет, я не могу здесь ничего включать. Мне надо было русификатор еще посмотреть. Так, ну, окей, а выйти я? Конечно, нас же закрыли. А зачем нас закрыли, интересно? А почему вот этот челик, он не вылазит? Что-то он там забыл. О! О! А, ну да, он уже обрезан. А кто обрезал? Зачем? Так, я хотел вот здесь руки помыть, а это же совсем не то. Руки вот здесь надо мыть. Какая вода. Нарисованная. Так, это выкинул нафиг все. А это что? Угу. Так. Ага, понял все. Так нельзя делать. Так делать нельзя. Что-то эндинг 1 из 12. У меня что, 12 жизней или что? Эндинг, окончание, да, переводится как окончание. Так, все, я проиграл, короче. Попытка номер 2 или что? Давай попробуем что-нибудь. Ага, а кто-то уже... Кто-то уже здесь что-то отремонтировал. Я не могу понять, что вообще в этой игре нужно сделать. То есть... Нужно выбраться. Нужно выбраться с... туалета, для этого нужно что-то делать, я так полагаю.
Я хочу увидеть того челика и... Да попил бы уже. Так, хорошо, что я еще могу вытащить отсюда? О, воу. Трэш. Трэш. Какой это трэш? И выкинь это. Так, что еще можно взять? Так, может тебе вот эту надо? Ну-ка. Давай, туда ее. Ну, забери ее. Так, я ее не могу туда закинуть никак. Так. Это нужна, да? Тоже? Ну, он что-то другое сказал. Он сказал, нет, не надо, типа, тоже выкинул ее. А-а-а! Слушай, точно, брат, извини, я немножко не понял. Я немножко не сразу дошло-то. Чего? Чего? Брат, да что ты не вылазишь-то оттуда? Я не знаю, тебе ножницы принести может? Please don't do that again. Блядь, чё там? Чё ты там задеваешься, ё-моё? Давай-ка, давай-ка думать. Давай всё просто куда-нибудь засовывать вот так. А, может, давай воды наберём ему? Давай ему... У нас есть кружка какая-нибудь, не? Короче, для того, чтобы нам отсюда выйти, мне кажется, нужно сначала вытащить нашего напарника. Так, ну ладно, давай еще посижу. Я бы, конечно, мог посмотреть, как нужно проходить эту игру, но тогда было бы неинтересно, то есть согласись. Поэтому, ну, хочется вот так вот. С первого раза, так сказать. Может, ему нужен какой-то особенный спрайт? Блин, жалко ножниц нет. Ему явно нужны ножницы. Так. Ну-ка, может, вот это? А, мы его довели. Блин, да сколько можно сидеть? Сколько можно было сидеть там? Это что, у нас сразу 9 жизней отняло, что ли? Скип. Игра сохранена и... А, мы должны его доставать, что ли? Я не знаю, какая цель игры. Мы должны отсюда выбраться или доставать нашего напарника. Короче, ему лучше вообще ничего не кидать, да? А вот что мне пишет? Это подсказка какая-то, да? Ну, типа, туалет занят, наверное, я не знаю. О, я прыгать могу! Ну-ка, а я смогу посмотреть? Так, я хочу просто хотя бы посмотреть. Я могу прыгать, оказывается. Ну, там тоже сидит, короче, просто жопа, потому что тела нету в этой игре. Ну-ка, зеркало есть? Ну да, ходит там жопа какая-то. Зеркало такое просто. Просто ничего не видно. Что это? Оу! А я не могу понять. А, 70... Подожди, нам надо как-то... 7... Это не жизни. Это, короче, нужно сделать 12 из 12, наверное. Чтобы пройти эту игру. Это типа попытка номер 4, да? Все равно не понимаю, что надо сделать, но давай, ладно. Да. Нужен русификатор, короче. Так, это тебе не надо. Или уже надо? А, он выкинул, да? Ой, блин, как бы тебя оттуда вытащить? А его нельзя вытащить, потому что, ну что, выйдет жопа какая-нибудь такая, и ну... Как бы игрой, наверное, не рассчитано, чтобы мы смотрели на чью-то жопу. Чё за хрень? Стоп! Стоп.
Да возьми. Please don't do that again. Давай, я тебя хочу еще раз достать. Stop. Так, я так... Stop. Окей. Так, а как сделать 12 из 12 тогда? Так, ладно, окей, я еще 5 минут здесь побегаю, посмотрю, что можно предпринять, и потом уже буду, может быть, ну, зайду еще раз сюда. Это, так сказать, обзорная от меня по этой игре. Так, может... Да закинься туда. Как ее закинуть-то? Я ее могу как-нибудь швырнуть, не? Так, ладно, вставай. Вставай, вставай. А смыть никак нельзя? Так, чел, возьми это. Thanks, не надо. Вот от этого он вообще бесится. Когда ты ее вот этой скидываешь, он вообще там... А, нет. Это просто надо ему много раз его, короче, достать, тогда он выйдет, тебя грохнет. А как попасть вот сюда? Надо понять, как. Так, это ничего не нажимается здесь, ничего не нажимается. Так. Так, ну, если я... Ну-ка, вот сюда. Оно просто будет выкатываться, там никого нет. Что-то написано. Ой, это оффордер. Оно просто выкатывается. Блин, а зачем мне краники вот эти вот? Подожди, может быть... так. Ну, включать... Если я его включу, то будет проблема, да? А я же успел отойти. Почему? Блин, а почему он взрывается? Вот непонятно. Непонятно, стой, подожди, я хочу еще кое-что сделать. Я хочу... я хочу, короче, достать его до какого-то определенного момента. Please don't do that again. Stop. Так, и теперь... Нет, все равно 7 из 12. Я думал как-то, ну... Типа, как достать соседа по туалету. Ну, типа, будет засчитываться больше. Нет, здесь какая-то цель другая. Ну-ка. Ну, блин, ну я же отхожу. Окей, ладно. Игрой сделано так, что нельзя его включать. Либо нужно сделать что-то для того, чтобы не бахнулся у нас. Он не бахнулся, короче, кондиционер этот для сушки рук. А вот для чего нужны краники, я так и не понял. Ну, типа, они просто включаются и все. То есть я не знаю, что нужно делать в этой игре, честно. То есть вообще. То есть мы можем достать... ну, в смысле, не достать его сюда, а достать просто его. Что он выйдет нас, короче, трясанет как следует, наш сосед туалетный. И можем взорваться об кондиционер. Для сушки рук. Все. Вода просто стекает, присесть тут нельзя. Ничего не открывается. Все кнопки понажимал, ничего, собственно говоря, не происходит. Это надо осмотреть. Это надо смотреть все-таки, потому что так до меня не дойдет. А что нужно делать? Если ты знаешь, что нужно здесь делать, то пиши